сдаться, ну, как ты вообще сдался? Ты можешь рассказать еще такую краткую историю и все? Ну, я, получается, сидел в окопах. То есть они говорят, выходи, тут, ну, типа, места нет. Я пошел в другой окоп. Тут уже птичка летала ваша. Вот. И так из окопа в окоп бегал. Арта летала. Уже когда понял, то, что сейчас не заебашу. Еще страх был в том, что у меня уже была мысль сдаться, то есть пойти, но я не знал, куда сдаваться. То есть изначально. И вот получается, когда последний снаряд прилетел, когда я прыгнул в окоп, я остановился. Ну, получается, встал, смотрел на ваш дрон. То есть, и вы начинаете махать вправо-лево. То есть я делал два шага вперед, он получается вперед, назад летит. То есть как бы тоже там не ожидал, то, что так из окопов будут выкидывать. Выкидывал кто? Ну, те, кто со мной был в этой группе. Так давай, Андрей, кто ты, как, откуда? Представься на чем. Сорокин Андрей Игоревич. Сколько лет, год рождения? 23.10.2002 года рождения, 20 лет, город Астрахань. Подразделение? ЧВК Вагнера. Дальше? Штурмовик, 5-е ШО. 5-й отряд, правильно? 5-я штурмовая бригада, группа, как? Количество людей в отряде, в группе и твоя должность? Ну, должностей там нету, просто как штурмовик. Сколько провоевал, получается? 1.5 дня. 1.5 дня. Когда привезли нас на лагерь, я хотел оттуда убежать. То есть, и меня немного опередил тип. Когда он убежал, то есть у нас в ЧВК Вагнера его аннулировали. То есть, тоже там... Аннулировал, и что значит? Аннулировали. А як? Расстреляли. Сколько с вашей группы осталось живых? Не знаю. Ну, до этого все группы, которые приходили, скажем так, за день до тебя, за день до вашего подразделения, то есть приходили еще другие группы вашего отряда. То есть ты знаешь, что мы их все убили? Ну, сейчас, да, знаю. А до этого я не знал то, что там, знал то, что там группу, вот меня туда просто довели и добавили, и все. А то, что, там были 200, об этом я даже не знал. Сколько ты дней у нас уже здесь живешь? Четвертый день. Только скажи честно, сколько с этих дней времени ты был связан или с тобой как-то плохо обращались? Нисколько, ни разу с тобой не был. Твое ощущение? Отлично. Все, видишь. Все, я был рад тебя слышать.